Приветствую вас, дамы и господа, это хайлайты матча Virtus.pro против команды OG. Весьма кайфовая катка в рамках третьего дня Дримлиги на групповой стадии, получается. Группа катает у нас сейчас в рамках этого матча. И всем приятного просмотра. Звезда данного матча у нас будет очередной грандмастер. Это у нас грандмастер, получается, Тимадо. Будем больше за ним наблюдать. Начало выходит весьма размеренное. 0-0 пока у нас на пятой минуте. Довольно-таки сильно наминают бока у нас на центральной линии. Но пока еще ФБшка там не произошла. Хотя шанс ФБшки повышается. Смещается у нас под эту линию Тэтчис. Пытается поагрессировать. Но первый фидер в этом матче. Главный фидераст — это ФНГ. Тэтчис полетел на центральную линию, накрывает Пака, но Пак пока выпрыгивает прочь, и Визем не позволяет себя уничтожить. Ну а что у Морфа, у нашей звездочки? Пока уровень 4, раскачка у него 1, 2, 2, ну и добирается пока ПТ-шку. Намечается встреча между Себом Краски и Сквадиксом, но пока Себ поворачивается, скан пошел, Себ подъезжает Краски под нижнюю линию, смещается в сторону Кентавру, Кентавра могут быть небольшие трудности, запускается Старфол, накидывается урон, вроде бы неплохо, но пока все залетает у нас на экране, выскакивает Себастьян Депс из этого файта, Себастьяна Депса поломали, Себастьян Депс отпал, ну и... Гиганг не удался. Ну, не очень много экшена, конечно, происходит за эти 12 минут матча. Подвязывает Сквадикс, но убить его не получается. В это время в центре прыгает Тэтчис. Очень борзо играет на Себа. При этом на Тэтчку подъезжает Пак, но у Пака очень мало маны. Поэтому агрессия не продолжается. Ария очень агрессивно перемещается на территории противника. И на возвышенности его там поднабивают. Смещается Виспер, подлетает РП. Вот он РП, вот он удар. Стрела, как же много всего влетает в Сквадикса. Беднягу разорвало просто этим всем дэмэджем. Это было крайне неприятно. Кстати, в плане лейта в этом матче так-то Морф всегда был очень классным героем против ТБ, потому что может его пробить как раз и физухой жестко, и магией навалит, поэтому ТБшке в этом матче будет тяжеловато. Группируются в атаку парни с мада OG, снова полетели, снова подлетели, накрывают дэмэджем ФНГ, ФНГ у нас по итогу выгребает, это минус, отлично, фракция подрабатывает снова, накладывает дэмэджем на Себа, Себа там тоже поломали, Себ также отправляется в таверну, есть РП прям в ноги в сторону Нотуста, Нотус там так же наминают, как мы видим по лицу, запускается парочку плюханцы по Киритичу, набивает дэмэдж по Висперу, Виспер отпал, Виспер упал, это минус, еще один фраг готов, при этом у нас пока вот происходит на экране, подвязка полетела у нас пока через данный файт, прыгивает замес далее и набивает Бизиема, возникают трудности с выживанием у Пака, Пак минус, Пак пока, и это серьезный фит от команды OG. Кто куда, кто зачем, куда, кто куда поедет, нападают пока на центральной линии эти молодые люди, набивают демжа, разрывают там немного Ари, Ари там по итогу запускает свой орех, но орех мало что сделал, есть дримкол, BCM пытается демжа подраздать, накидывает демжа по ФНГ и компании, смещается Тимадо, ставит еще одну тамбу, фармит тамбу на хайграунде, решил себе попал поднять, оу, РП, неплохое, нажимает здесь господина Мохнатом, пробивают адаптив страйком Нотуса, тот пока выбегает прочь из данного замеса и решит тут не оставаться. Ну что, 6-7 и по фатри капа, в целом тут все вышло плюс-минус на равных с небольшим бонусом для команды Virtus.pro. Что у Морфа? Давайте разбираться. У Морфа в качестве талан пока на 10 уровне левый, на дальность своей формы, на усиление краски первого спыла. Первый спел уже промакшен, как и все спылы остальные у него промакшены, и купил себе он Манта Стайл. Также еще Владмер был куплен для Морфа. Зачем? Потому что он разбирается. Все очень просто. Он главное убить ТБ до его Сандера, и до Сандера его ухандохали. Это здорово, это классно. Падает Ари. Напиливают тамбу, тамба сильно мешает. Лучше ее поломать поскорее. Тамба упала, но также еще и падает Виспер. Сквадикс себе зарабатывает даблкил, напиливает демеджа Морфоашка, Тимадо делает больно, Тимадо играет классно, наваливает демеджа дальше, набивает урона там еще и в сторону как раз таки вражеского Войд Спирита, Войд Спирита подвязывает, навязывает и отправляет в таверну, и Киллинг Спри готов на экране. Итого 7-10 на табло, и файт для команды OG. Ну, конечно, перефарм не огромный, но в целом довольно-таки вкусный получается, пока вся игра идет только на плечах у Киритича, только ТБ имеет нормальный нетворс. Все другие просели, и суппорты, и кор позиции. Поэтому нужно как-то это дело компенсировать. Виспер выжидает, бросает агонимный бросок через себя. Отлично перекидывает Киритича, и Кирпитич падает. Опять он падает, не нажимает свой Сандер. Очень досадно. Фраг для Тимадо, напиливает демедж, набивает ФНГ. ФНГ у нас в этом матче так уже наумирал много раз. У него уже 5 есть смертей, а будет больше. Атос полетел на подвязку как раз таки Сквадикса, напиливает демеджа по Void Спириту. Опять подлетает парниша на Виспере. Как же он хорошо играет на Магнусе. Это прям браво Дота. Это прям хорошо. Трипл кил для Тимадо. Так, нападение пошло еще дальше по ФНГ. ФНГ убили, убили также еще и Союза. Ну, такие два мелких минуса. Такое.
Фарм-фармёшка, крип-долбёжка происходит от Киритича. В это время поймали Сева, пытаются его перехватить, и толпой влетают на него. Ну как толпой? Вдвоем на него влетают. Бедную маленькую Мирану затоптали, уничтожили. Морф пока находится под базой оппонента, пытается кого-то там поймать, перехватить. Смогут ли они пробить того же Союша? Ну, влетать под базу опасно, хотя есть Магнус. Бросок, отличный бросок через бивень. И это минус, подкатывает кентавр, бой накидывает дэмэджа, пробивает в это время Мамонта. У Мамонта проблемы, Мамонт помер, кстати, отлично. Этот размен, конечно же, в плюс для команды ВП. ВП делает небольшие камбэки. Откидывается рабами пак, ломается стамба. Ну и парни с команды уже решили, что пора уходить. При этом Тимада сейчас спамливает на Нотуса кнопки свои ворованные формы зомби, чтобы Нотус не успел в него прыгнуть на блинке. Нападение под центральной линией происходит по Ари. Ари там чутка топнули, чутка накрыли. Есть прыв также еще от Пакчамского, чтобы отогнать этого борзого кентавра. Коняку пытается поломать, коняка довольно-таки жирный. Прыгает в замес квадик, пытается дэмэджа также в этом пате подраздать. Распрыгивается далее у нас тут по замесу парниша на Вейспирите. Пропиливает дэмэджа по Нотусу. Нотус пока пытается жить, выживать, пытается уходить. Есть по нему там еще парочку орешков и так далее. Его напилили, его убили, его уничтожили. Пойдет очень классно получается. Отступает далее ТБС файт, пытается уйти, но его там нагоняет в спину. И далее там ему немножко звездюлей по спине. Киритич отправляется в таверну. Прямо сейчас вот такой кайфовый минус зарабатывают парни из команды OG. Они просто до базы, прям до трона догоняют героев команды ВП. И один за одним минус. И уже Godlike готов для Тимадо. Ну и решили парни с команды OG попушить нижнюю линию. Тавр уже уронили, глиф уже потрачен, прыгает замес квадикс. Ой-ой-ой, Тимадо! Ой, хорошо играл. Был Godlike, но одна ошибка, и он ошибся. Очень глупо умирает, еще и падает Виспер. Ну... задержались немножко, даже не задержались, позиция была говно. Вот позиция была говно у команды OG, они тут плотно отдавались в этом файте, добивает дэмэджа, пробивает там еще и бедную белочку. Белочка падает, белочка минус, это фраг, зарабатывает себе Ари по итогу. И вот такой еще один кайфовый бонус для парней произошел. 12-21 и три героя команды OG в таверне, и это трешка камбэка для команды ВП. Смок-атака на смок-атаку. Около Рошана планируется файт небольшой. У нас здесь или большой файт планируется. Минус Себастьян. Себастьян падает без байбека. Стамбида потрачена. Морф пока подъезжает отпушить линию и стопнуть иллюзии ТБ, чтобы здесь линия не расшатывалась. При этом за Рошана, конечно же, обе команды планируют бороться. Что вообще у Морфа есть у нас по артефактам? Кстати, у Морфа очень надолго задерживается Владмир в сборочке. Также купил себе он еще здесь Ханду, взял себе Манту и дальше добирает себе БКБшку. У Пака, кстати, уже появился Баразма, а Пак такой максимально боевой, максимально больно делает. Ну и Киритич купил себе Скади для того, чтобы контрить того же Морфа. Шмотка получается очень классно для него. Ну и посмотрим, смогут ли они дать тот самый необходимый фокус по Морфу. Виспер в целом играет классно, классно бросает через свой рок, но есть проблема с тем, что у него нетворк как-то маленько, маловато смотрится. Но он снова ловит героя оппонента, снова ловит, убивает ФНГ, ФНГ упал, ФНГ упал, кстати, с байбеком. Минрана уже возродилась, поэтому продолжается у нас то самое знаменитое Рошана стояние. И наконец-то парни решили, что пора немного нападать. РП! Залетает от Виспера, поймал, подвез, повез и пробил героев команды Virtus.pro. Медведи выгребают, наваливают неплохо по ним. Здесь дэмэджа OG разбивают еще одного. Это минус. Киритич выпрыгивает с квадикс, пытается бежать, за ним подлетает погоня от оппонента. Есть прыжок от Пака, перепрыгивает здесь он попытки отступить от квадикса и отбивают ему лицо. Это минус. Еще один герой и отличный файт для парней из команды OG. И OG должны себе убить Рошана, а Рошан номер один, кстати, он до сих пор в этом матче. Я почему-то думал, что он уже сырный. Внизу провожают. Ай, хорошо, двух подвязал сразу. Здесь Белчонок напрыгивает пак, наваливает дэмэджа дальше. Запускается стрела, есть дэмэдж по ФНГ. ФНГ пока переживает, нажимает свои кнопки, подхиливается, выхиливается. Тому поставил, меху поражал. Пробивает Виспера, Виспера чутка выгребает, но не помирает. У него уже РПки не имеется, но будет Хорнтос, если что. Минус ФНГ, минус Союз. В это время в кустах налупливают. Дэмэджа неплохо по ТБ, но ТБ чудом улетает с телепорта. Эру, как лоу, промахнулся, как он промахнулся стрелой. Провожает Нотуса, пытается его догнать Мохнатый. Просто погоня пошла, тыгдык происходит на экране, но не до тыгдыка или до кентавра. Уничтожают барак потихоньку, по чуть-чуть OG. И в этот раз у них получается линию доломать, прыгают, накрывают дэмэджем кентавра, летает стрела, но стрела летит не точная, распрыгивается в спирит, наваливает дэмэджа Тимадо, и еще один Хортос. Повезли течку, течку подвезли, течку набили, течка должна умирать. Байбеки, смотрим, байбеки это максимально важно в текущей стадии. Ровно 0 байбеков. У команды ВП любая смерть может быть последняя. Сандра жмется от Киритича, Godlike зарабатывает
это Визем, возрождается Морф, откидывает адаптивы, ну и по итогу два героя команды ВП без байбека. И ничего не мешает команде OG пушить дальше, команда OG будет далее пушировать еще и центральную линию, попытаются дело дефа дальше парни с команды ВП, но вторым дефаться будет сложновато, опять-таки байбеков нет ни у кого, и там разве что байбек может появиться у зомби, потому что ему не хватает всего лишь 20 золота. Но, наверное, все-таки лучше быть под базой, потому что это... Связка героев команды OG смотрится очень страшно. Кстати, опять у нас будет матч, походу, где будут мегагрипы. Почти постоянно у нас в матчах происходят мегакрипочки. Вот как-то раз за разом, гадка за гадкой, мегакрипы. Ну вот, получается жестковато как-то все это дело разыграть. Запускается РП, наваливается дэмэдж, немного поднапиливаю там еще урона по лицу оппоненту. Есть дополнительные раскастовочки у нас на экране, вырубает ноты, сам отступал. Есть у нас хули щит тем временем на экране, пробивает дэмэджа, набивает там еще и бедного Тетчиса упал, это минус. Здесь он делил на экране. Опять-таки герои, которые у нас падают, команды ВП без байбека все, кроме зомби. Но, наверное, сейчас надо как-то вот немножко подрегениться. Морф очень битый. Хотя Морф играет на лоу хп, на пару с паком. Морф там сидеть пока восстанавливает какие-то хилспоинты, дропает шмотки из себя. Пытаются это дело парни уже допушировать. Влетает стрела, но не самая точная. Там пока никого не пробили, никого не поймали. Набивает дэмэдж, наваливает Виспера. Виспер возникает риски смерти. Виспера поломали, Виспер минус, но падает сквадик за ПНГ. Выкупаются, кстати, оба у нас суппорта. Хватило золота на байбек для Тетчиса. Пробивают в это время у нас там ТБ отгоняют подальше. И опять мега-крипы. Как же часто мега-крипы у нас происходят в этой мете. Просто звездец. Вырубает Кирпичича. Упал Кирпичич. Наваливает дэмэджа дальше. И good game will play. Первая карта для команды OG. Напоминаю, что матч в формате Best of 2. И вторую карту мы посмотрим прям сразу. Прям моментально. Поэтому, если вас интересует карта под номером 2, то мы ее посмотрим прямо сейчас. Ну что ж, вот такая у нас итоговая статистика этого матча. Опять-таки, не забывайте, что можно поставить лайк на данное видео, чтобы видео выходили чаще и регулярней. И сразу смотрим карту номер 2. Опять-таки, не самый активный у нас Котел играется под номером 2. Тут у нас всего лишь 2 фрага за эти 5 минут матча. Себастьян играет на гирокоптере. Кстати, суппорте в этом матче. Посмотрим, насколько он будет полезен и эффективен. Кинул дэмэдж по Себе. Себе там было больно, неприятно. Себе пойду отвалился в таверну прямо сейчас. Напиливает дэмэдж. Прибывает там еще у нас и парнишка от скина Свиняки. Свиняка подвыгребает. Свиняка минус. Еще один фраг там происходит на мониторе у нас. Накидывает дэмэдж, пробивает Ари. Ари пока уворачивается прочь от данного файта. Накидывает, кстати, там пока что свои лучи на противника. И даблкил происходит на экране. Вот такой вот кайфовый бонус я подрабатывают данные молодые люди прямо сейчас без регистрации смс. Итого у нас 4-1 на экране. Вот такой вот у нас минус. Дэн делает Ари, дынается об крипочков. Агрессия пошла с руду мудрости. Хотят парни стать поумнее. Кто тут будет мощнее? Вот в чем вопрос. Но ФНГ, учитывая дизрапшн, должен быть мощнее, нежели Ари. Хотя смещается еще и Визием. Подвязывает ФНГ и доезжает Визием. До руны мудрости ФНГ не сумел. Не сумел переиграть тут оппонента, хотя опять-таки его били втроем по сути, поэтому в принципе он чутка выиграл времени для своей команды. Пробивает дэмэджа по Тайтхантеру, Тайдух пока у нас бочком отползает из этого файта, его там уничтожить за это дело не смогут, жить будет. Ну и соответственно у нас по итогу 5-1 на нашем мониторе. Всего однерочка фрагов было сделано командой ВП в этом матче. Напоминаю, что команда ВП первую карту проиграла, поэтому им нужно хотя бы выйти в ничью, потому что матч в формате Best of 2 играется. Ок, Станнер Масс нападает на Тимада, Тимада вытирает с карты, это фраг зарабатывает себе по итогу союз. Кстати, в этом матче у нас есть Марс, а Марс это прям очень мощный герой в руках у... тройки команды Virtus.pro, потому что буквально вот позавчера был Марс, который купил себе 3 рапиры. Там 3 рапирами Марс, конечно, прям знатно поломал кабинеты. Поэтому, кто знает, возможно, сегодня снова будут рапирочки подкатывать для этого парня. А контрить их сложно. Но в этом матче нет Кунки, правда. Как было там, с Кункой, конечно, выживаемость была сильно повышена. Намечается агрессия под центральную линию, распрыгивается дэмэджем на сквадикса, зонят его от тавера, ну и просто парни под катапульты пытаются тавер тут уронить. При этом они крипочков потеряли своих, поэтому впитывают дэмэдж в себя, готовы этот дэмэдж распределить друг между другом, а в это время сверху взрывает Себа, подбивает ему там пропеллеры, ломают гирокоптера, спускают кулдаун под себя, пытается замедлять Киритича, уворачивается от агрессии противника, но все-таки ФНГ очень много яду ему выдал, и фраг все-таки зарабатывается у нас для парней из команды Медведя. Раскатывается Безем, готов там подъезжать, видимо, на Союша, но до Союша он там пока не доехал. Влетает сквозь данный файт, набивает урона, пробивает здесь парнишка краски на Марсе. Есть гуаш, есть буаш, есть удар, это минус. Разрывает ноту, кстати, временем. И 6-3 на нашем мониторе уже готово.
Ну, пока весьма стандартная шмотка. Далее планируется Дизиема. Он пока пытался выпрыгивать в агрессии, но все не получается. Шмотка весьма стандартная. Это у нас будет Аганим. По поводу Свиняки и Рубаки. Свиняк пока у нас в этом матче поумирал. Уже две смерти у него есть. Но в этом есть, в этом матче есть Грандмастер. Грандмастер Пак, кто знает, возможно, в этом матче сможет кабинеты и поломать. По итогу, возможно Грандмастер Пак Чамский эту катку и сможет для своей команды все-таки вернуть, отыграть и все сделать как надо. Поднапрыгивает Нотест в агрессию на оппонента. Пробивает немножко своего противника. Но, как видим, добить в этот раз не удается этого парня. Хотя у нас там снова продолжается агрессия. Снова наваливается дэмэдж. Но, опять-таки, там вроде как пока безуспешно. Нажимается сон в центре ультимата. Так, подцепили здесь у нас пока что лишь одну пугну. Ну, пугну, конечно, можно и убить. Но главное, как бы, много в него не нажимать. Хотя, по сути, много и не нажимается. Убили очень легко. Легчайшая фракция подкатывает в копилочку. Арена пошла, есть копье от Марса, подъезжает сюда еще и сквадик замес, вырубает Визима, вырубает Себа, отличнейшие бонусы подзарабатывают парни, того у нас 7-7 на экране и 2 каперифарма за командой Virtus.pro. Что думает Дота? Дота, кстати, у нас опять поломанная, но Дота на реплеях не работает нихера, Дота всегда на реплеях пишет то, что шанс победы команды справа будет 100%, ну. Пытается Худзик пока выскакивает на своем орехе. Желтый ее спасает, а вот Сева там никто не спасает. Ему подъезжает сквадик, напили дэмэджа нормалды. Пошла ракета в погоню за оппонентом. Провожает Нотеса, смещается Виспер. Пытается пробить, убить здесь парнишу на Марсе. Но Марс у нас находится снизу, поэтому вниз спускаться страшновато. И все-таки не отомстили за павшего Себастьяна. Поломали пенсионера, к сожалению. И это без размена получилось. Прыжок на ФНГ. Ну, ФНГ такой чисто Space Creator. Он идет вперед, чекает лицом, фидит, умирает. Ну и опять-таки отправляется в таверну. Ну ничего страшного, помер и помер. Главное то, что Пак фармит, у Пака все великолепно. Вот звезда этой карты, это, пожалуй, Пак Чамский. Кстати, пишите в комментарии, как вам игра каждого из игроков. Вот пишите на каждую карту своего MVP. Ой, Себу будет больно. Кстати, Себу поймали, Себу пробили. Набили в нее ДПС нормалды тут, и это будет минус. Себастьян, в принципе, косплеит немножко ФНГ в этом матче, или ФНГ как косплеит Себа. Кстати, убивает Сквадикса, вот только-только мы ухвалили, и Сквадикс падает. Зря-зря прыгнул на Себа. Вот все, теперь официально смерть Себа была более профитна, нежели смерть ФНГ, потому что падает Пак на размен. Не заканчивается агрессия, влетает он очень далеко в Виспер, пошел ДПС, подсасывается в это время у нас Пугневич, насасывает дэмэджа на оппонента, подрубая там в это время ГДС Свиняка, пошел рубить, наваливая дэмэджа по Виспер, но нажимается сон на спасение или сон на драку. Вот в чем вопрос, Тайтхантер занимает место под Рывагу, Рывага будет нажимать Ревэдж, и там я слышу Пангольер, где-то раскатывает свое колесо подъезжает, разворачивается Панга, наваливает дэмэджа, пробивает Свена, у Свена возникают риски смерти, и смерть у него произошла. Найс, плюс бабки. Пошла снова агрессия, подрубая дэмэджа, добивая дэмэджа по тимаду. Тимат там было довольно-таки больно, при этом он пытается как-то подраздать урончика по своему оппоненту. Есть подрыв там под Себой, запускается у нас орех с кулданным пайпер, летает пока куда-то мимо цели. Вырубают ФНГ, вырубает Союз, доминейтинг происходит на экране. И еще парочку приколдесов у нас тут было произведено тем временем. Итого у нас 13-10 на мониторе. Катывание пошло под Гальера, кидывает ДПС дальше, есть мегакилл на экране, вырубает еще одного, падает Киридич, очень досадная смерть Свиняки происходит на экране, при этом Безем душит дальше, Безем напрыгивает, пробивает Саюша, у Саюша возникают снова риски, отправится в таверну, разворачивается на бибипе Безем и вырубает еще одного. 15-й фраг для команды OG Dota. Погоня пошла, ракета летит, и будут ли парни ворваться, пока происходит у нас агрессия в сторону Пака, на него накидывается Рчида, но пробить его не удастся, нажимается вот эта кнопочка ультимата, пытается Пака немного намять, но Пака не убьет, Ревет чутка выше налетает, там, кстати, уже поставлена арена, но копье там вроде бы не прожималось, сражается Свен в замесе, распиливает Виспера, Виспер минус, и Ревет потрачен, по сути, без фрага пока что, пробивает тимату, кстати, очень больно Наги, Нага, кстати, без сна или со сном, сон есть, Нага поет свою песню, разъезжается по файту без ЕМ, Нага пытается уйти из файта, но его провожают, есть Рчида в сторону вражеского Марса, откидывается сетью на оппонента, чтобы не продолжал, чтобы не кидал свое копье. Разбивает Себа, Себа больно, Себа пощупал. И надо добивать Себастьяна. Себастьян пытается делать Себастьян из файта, но Себастьян у него не получается сделать. И по итогу только Нага и Пангольер выживают. Хотя, опять-таки, по сути, агрессия была от Наги. 25-я минута на табло. Подкатывают с якорем, накидывая дэмэджа, пробивает Пугневича. Пугневич пытается этот якорь за тобой вывести. Тащит, не дотащил. Отправился по итогу в таверну. Еще один фраг готов. Итого у нас 16-14 на экране, запускает ДПС, добивает урончика, поднаваливает там немножко дэмэджа в сторону вражеского гирокоптера. Гиро пока порхает, пытается как раз кейсфайт немножко упорхать, как мы видим. В это время есть врыв, чутка повышен, кидывает урона, пробивает ФНГ. ФНГ, походу, очередная смерть, подлетает до него, но ничего страшного, он такой чисто Space Creator.
Пашу ДП, накидывается арена, залетает ДПСик, у нас вырывается Ариари, падает, еще один фраг готов, и это, наверное, для господина Белочки. Ну ничего страшного. Блэкин Бар, кстати, покупать Тайтхантер, решил, что пора себя обезопасить. О, пошел Ревэдж, прям в ноги по троим, туда же подкатывает под Гольер, но правда Пугнал успевает уйти на форстафе, поломали ФНГ, ФНГ смерть, но это норма, он очень много в этом матче умирает, падает еще и Нотус, а вот это неприятно, ну и по итогу парням из команды ВП лучше отойти. Надо дождаться возрождения тиммейтов, да и опять-таки драться против Егиса, ну не прикольно, а до конца Егиса остается совсем чутка. Киритич, уходи лучше отсюда подальше, подкатывает Атос, якорь в глотку, кромсает бедного Свена, Свен пока свои кнопки не активизирует, ждет момента для прожатия Блэкенбара, спускает кулдаун, накидывает демедж, пробивает Пака, у Пака там, кстати, по хпшке все в порядке, подкатывает Киритич и убивает по итогу Виспера, но агрессия по Свену не увенчалась успехом, провожают там, кстати, дальше героев команды OG, заканчивается Егис, тпшку нажимает Безем, Безем улетает прочь, ну и вот так оно произошло. Агрессия около центральной линии у нас происходит прямо сейчас. Накидывает демо же в атаке Пак Чамски. Отвешивает рончика на оппонента. Подрубается ГДС от Свена. Свен пока кромсает, убивает Виспер. Виспер упал, Виспер отпал. Пойдет, допустим. А что будет дальше? А дальше будет у нас погоня. Еще и копьем провожает Ультимадо. Ультимадо проблемы. Тимадо можно убивать. Это минус. Отличный фраг для медведей. Минус 2. 31-я минута на табло. Смещаются парни с команды OG под данный файт, пытаются куда-то нападать, пытаются куда-то выйти. В это время есть прыжки, у нас и демаш в сторону краски Свена. Свен нажимает БКБ, влетает Айдука под бунгером, запускает свой якорь, пытается пока хотя бы задебафать ФНГ своего оппонента, дебафает и умирает. Опять получается, он умирает, это смерть уже под номером 8 до него. Падает еще и Свен, это обидно, но зато не падает Пак. Пробивается Юша, подъезжает Гиру на парус Арих, кромсают бедного Пугневича. Пугнал ходит в инвиз, есть Атос, мегакилл зарабатывает Пак, сосется Юш. Сосет нормально, но Ага нажимает свой сон. Там все еще бьют Союз. Союз должен падать. Вот агрессия Гира или нет, или да, непонятно. Форстаф его спасает, но нет. Все-таки Ари его догнал, Ари его убил. Подлетает Мар, запускает свой удар. Пробивает Себа, копье, удар, еще удар. И пригвоздили к стенке. Трипл килл для Сквадикса. Ультра килл готов для Сквадикса. Ну, Грандмастер. Грандмастер, это вам не шутки. Прошлую карту Грандмастер Морф немножко наебунькал. Тут у нас наебунькивает как раз Пакчамский, который тоже Грандмастер. Смок атака от команды Virtus.pro. Выползает они как раз в нижнюю часть карты. Там, по идее, скоро уже будет борьба идти за Рошана. Подъезжает еще и Нот из-под бафа на Демоник Линцем. Подъезжает там Безема, но Безема успевает раскрутиться. Правда, опять-таки, ультимативная жмется, но не в самой выгодной позиции. Поэтому он пока дает мало импакта. Подъезжает, открывает демеджа пока Марса. Раскатывается дальше, накидывает урона. Пробивает там еще и Киритища. Запускается реверш на экране. Раскатывается дальше Пангольер у нас, как мы видим, полным ходом. Наваливает демеджа в это время Панга. Пытается демеджа подрождать на противника. Вырубают Безема. Тем в таверну отправился прямо сейчас. Пытается Тимата там пока петь свои песни, петь свои сны. Напрыгивают, набивают урона, накрамсывают прям нормально тут Нагу. У Наги огромные проблемы с выживаемостью. Нага умирает, умирает без байбека. А Тос откидывает Ари, пытается уйти из замеса на своей Белчонке. Белчонка провожает, но вроде Белчонка ушла очень далеко. Хотя Мас прыгает за ней дальше, но не, он ее не догнал. Кстати, там у нас еще файт идет. Там у нас каким-то образом оказалось так, что... А, это борьба за руну. За руну мудрости была борьба у нас между Союшем и Себом. Пока делает съебастие на телепортации и покидает данный файт. А тут, кстати, не все уходят. Там еще поймали, приходили Ари. Ари задебафали через демоник пурш. Смещается Пак, и это корм. Это корм кому? Это для ФНГ. И опять агрессия намечается у нас в нижней части карты. Напрыгивает ФНГ, накидывает копье, прибывает снова бедного Ари. Разрывает белку. Белка не нашла себе укромное место в дупле. И поэтому дупло и разорвали через Марса и ФНГ. Кстати, не все так просто, потому что по итогу там пошла у нас ловля по Паку. Пак ушел через... шел через реку, но дошел до очень опасной позиции. Прыгает по агрессию на Тимадо. Тимадо запевает свою песню. БКБшка имеется у Свена. Свен полетел подрезать. Тимадо подлетает. Супермен доджится. Это дело иллюзий. Но спасет это Нагу. Пока влетает Тайтхантер. Запускает свои кнопки. Добивает демедж по Свену. Свен пока в хиксе. Свен пока не лупит. И вот Свен лупит, но не долупил оппонента. Кстати, Пак все еще с Аегисом. Паку можно еще сражаться. Накидывает пока там свою кнопочку и пробивают в это время Нагу прямо на базе. И это минус. Тимадо падает с байбеком. Пробивает Себа. Себа пытается уйти. Себа пытается сбежать, но Себа не отпускает. Это минус, unbelievable, готов. Еще один фраг у нас произошел на мониторе. Итого у нас 53-й фраг уже за 41 минуту. А начало было такое, вяленькое.
Вылазка. Вылазка происходит небольшая у нас под Свеной компанию. Свен тратит свой хаммер, раскатывается без ЕМ. Нужен сразу реведж, нужен сразу тайминг. Но этого не происходит. Свен подрубает ГДС. Есть копье по Наге. Нагу поймали. Да ладно, неужели сама тема до кнопок? Есть сон. Нага забивает свою песню. Но у Наги хпшки довольно-таки мало. У него есть аганим шар, поэтому есть доп реген. Пролетает жёлый сквозь данный файт. Раскидывает демедж. Дальше у нас пангольер. Напиливает, пробивает, убивает без ЕМ. Без ЕМ упал. Это минус еще один персонаж у нас на мониторе. Минус Виспер. И этого тоже закромсали. И вот такое вот у нас вытирание происходит на мониторе. Прыгают дальше за Тимаду. Тимаду пытается бежать. Пытается найти настоящую тут нотус, но находит не настоящую. Развел его Тимаду. Прикольно получилось. Но в любом случае база будет падать у команды OG. Неужели опять у нас будут мегакрипочки? Опять. Опять мегакрипы. Кошмар. Я записываю за сегодня уже четвертую карту, и в каждой карте происходят мегакрипы. Да что ж такое? Максимально до конца гейминг. Godlike Beyond уже готов для пака. Разваливает трон. Там Тимаду пока пытается уйти хотя бы до базы. Его там арена не выпускает. Трон падает, глифа нет. Подъезжает демо, закрывает много Марса, забивает Нага свою песню. Последняя какая-то попытка чего-то происходит от парней из команды OG. Ломают Незервар, ну допустим. Подкатывает Фен, бьет Тимаду. Тимаду нажимает свои кнопки, распиливает трон. И забили болт убить героев. Просто сломали трон. ГГВП 1-1 ничья в этом матче. Надеюсь, вам понравилась эта карта. Если да, то не забывайте поставить лайк, подписку, колокольчик. И по дэмэджу вот такая вот у нас получается итоговая статистика. Пиши в комментарии, какие еще ролики были бы интересны, какого героя еще записать. Буду прислушиваться к вашему мнению, буду прислушиваться к вашим комментариям. Ну и до скорых встреч на новых хайлайтах или же полноценном большом разборе матча.